Феерия музыки, танцев, разноцветных огней – все это непременные атрибуты Нового года. А главный персонаж, конечно же, Дед Мороз. Большой, добрый, справедливый, надежный, всегда наказывающий зло и, разумеется, воздающий по заслугам тем, кто был хорошим весь прошлый год. Журналисты «Высоты 102» в преддверии праздника познакомились с этим замечательным персонажем, проникнув в волшебный мир закулисья. Знакомьтесь и вы, Дед Мороз. Точнее, Михаил Николаевич Королев, заслуженный артист России. Артист оперетты должен быть универсалом, уж таковы законы жанра. В нем на равных правах сочетаются пение, танец и драматическая игра. И отсутствие одного из этих качеств ни в какой мере не компенсируется наличием другого. Михаил Николаевич, отметивший, кстати, на днях свое 60-летие, счастливый обладатель всех вышеперечисленных достоинств. Наверное, уже не знаю какой, в сотый раз за 10 лет играю, но уже со стажем Дед Мороз. Каждый из созданных им на сцене театра образов глубоко индивидуален и неповторим, так говорят знатоки. Артист умеет наделить характер своего героя глубоким внутренним содержанием, многогранностью, теплотой человеческого обаяния, юмором и искренностью, сохраняя при этом чувство меры и реализм. Более 70 главных ролей в творческой копилке Королёва и вдруг Дед Мороз. Разыграйтесь, метели, ниже гнитесь, сосны и ели. Вот что в таком духе. Вот, легко ли быть Дедом Морозом? Или сложно? Вы знаете, мне нравится быть Дедом Морозом. Я всегда с удовольствием работаю эту роль. Я даже немножко отдыхаю, потому что, во-первых, здесь полная свобода действий. Я здесь не закрепощен никакими актерскими задачами, ничем. Я с удовольствием выхожу к детям и дарю им радость и добро. Добрый человек из сказки. Такое определение приходит в голову после общения с Михаилом Николаевичем. И неважно, какой костюм сегодня принесет костюмер в гримерку. Впрочем, нет, пожалуй, все же важно. К своей роли Деда Мороза артист Королев относится так же ответственно, как и ко всем другим. Ведь эта роль из детской сказки, а ребенок, как известно, самый взыскательный зритель и самый суровый критик. Его не обмануть. Но, кажется, пора. Три звонка. Артист Королев, пожалуйста, на сцену. Спектакль в разгаре, завороженные глаза маленьких зрителей полны тревожного ожидания, удастся ли помощникам Деда Мороза спасти из далекой галактики сверкающую рождественскую звезду, похищенную злым скорпионом. Но все, кажется, кончилось успешно. На следующем празднике добро непременно победит зло, а потом еще и еще. Непростое это, наверное, дело быть с Дедом Морозом. Туда, где море огней, снова туда с тоскою моей. Светит прожектор, и фанфары гремят, публика ждет, будь смелей, Дед Мороз. Кстати, вот меня иногда спрашивают, вот вы заслуженный артист, ну, друзья, товарищи, вот вы поете там «Мистер Икс», некоторые оперные партии поете. Вот, а Деда Мороза вам не стыдно играть или как бы не зазорно? Я говорю, да что вы, говорю, это замечательно. Вечером артист Королев выйдет на сцену уже в сказке для взрослых, но и там, будьте уверены, Генрих Эйзенштейн, граф Данила и Фигаро в исполнении Михаила Николаевича непременно справится со всеми трудностями, а его лирический баритон снова покорит не одно сердце зрителя. Но пока он Дед Мороз, а потому от всего своего жаркого и доброго сердца искренне желает всем быть счастливыми. Дорогие волгоградцы, я от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю вам добра, счастья, и чтобы в вашей жизни, как я говорю в своей сказке, было побольше доброго света. Очень хочется верить в то, что все именно так и будет.